Для здоровья сердца и почек. В чем польза баклажанов? Эти овощи идеально подходят для тех, кто соблюдает диету. Баклажаны справедливо считают источником полезных свойств. Эти овощи богаты витаминами и клетчаткой, но не всегда их употребление может положительно сказаться на здоровье. Предлагаем узнать, в чем польза баклажанов, а также кому их есть запрещено. Полезные свойства баклажанов. Богатые антиоксидантами. Эти продукты содержат много антоцианов, антиоксидантов, которые придают яркий цвет овощу. Кроме того, они выполняют главную антиоксидантную функцию, защищая организм от болезней. Полезны для сердца. Потребление этих продуктов, богатых флавоноидами и антоцианами, помогает снизить риск сердечных заболеваний. При болезнях почек. Баклажаны обладают мощными мочегонными свойствами, а также предотвращают появление камней в почках и улучшают способность почек выполнять функции. Для похудения. Эти овощи идеально подходят для тех, кто соблюдает диету. В 100 граммах баклажана всего 25 килокалорий. Даже после обжаривания в масле его калорийность все равно будет достаточно низкой. Помогают бросить курить. Овощ богат никотиновой кислотой, поэтому ученые считают, что при его употреблении проще бросить курить. Полезны для мозга. Баклажан помогает защитить мембраны клеток мозга от повреждения, вызванного свободными радикалами. Антоцианы, которые содержатся в этих овощах, улучшают память. Снижают уровень сахара. Высокое содержание клетчатки снижает уровень сахара в крови, замедляя скорость пищеварения и всасывания сахара в организм. Кому следует отказаться от употребления баклажанов? Противопоказания есть для людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. Это гастрит, язва, панкреатит. Особенно внимательно нужно употреблять в пищу этот овощ тем, у кого может появиться аллергическая реакция. Если у вас аллергия на помидоры, вероятность аллергической реакции на баклажаны растет.